Денис-то есть? Ну что, мои красивые? Кому надо, зайдите, пожалуйста, место у окна есть, проходите. Все. Место у окна есть, проходите, пожалуйста. Где заходите, чтобы нам вторая смена? Итак, что же, ребятки мои, я очень рада видеть вас. Давайте для начала познакомимся. Хотя я уже уверена, что вы прекрасно знаете, как меня зовут. Все же получили пригласительные письма от меня. Все получили? Хорошо. Ну, на всякий случай. Меня зовут Ольга Владимировна. Я вместе с вами буду 4 года. Мы с вами отправимся сегодня в удивительную страну, в которой каждый день получают какие-то подарки. А это не просто подарки, а это мы будем с вами открывать что-то новое. Что-то удивительное, какие-то совершать открытия, что-то новое, это тоже является подарком. Так, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из вас уже умеет читать? Да. Да, ой, замечательно. Значит, вы сегодня нам будете помогать читать все то, что будет попадаться. Будете моими помощниками? Да. Хорошо. Итак, в страну-то отправляемся, а в какую страну-то мы не знаем. И чтобы нам отгадать, в какую страну мы с вами попадем, надо нам замочек ключиком открыть. Вот у меня здесь висит 3 ключика. Как вы думаете, вот этим ключиком мы сможем открыть замок? Нет. Почему? Потому что это молото. А кто-то может руку поднять, у меня лица нет? Потому что это молото, а мы-то невозможно открыть. Да, все согласны с Амиром? Да! Не подходит, да? Это, может быть, можно открыть? Нет! Да, ну, наверное, мне вот этот очень ключик нравится, такой же маленький, такой как правильный, как красивый, прям как вы. Откроем этим замочком, ключиком замок? Да! Да! Да, а ты как думаешь? Да! Ничего ты давать? Нет! Нет, а почему нет? Потому что это маленький. Он маленький, не подходит? Нет! Опять не тот же ключик. Вот это. Последний. Давайте с вами попробуем последний. Немножко. Так, ну а этот? Да! Ура, подходит, открываем и смотрим, куда же мы с вами попадаем. Какую страну мы открыли ключик знаний? Страна знаний. Страна знаний. Совершенно верно, ребята. Страна знаний. А кто чаще всего путешествует по стране знаний? Кто из вас знает? А, Гриша. Кто путешествует?